Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает телеканал «Панорама ТВ», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект». Такой подъем будет незначительным, заявил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей Анатолий Альштейн. Более сложную ситуацию ожидают на рубеже лета и осени, а пик, скорее всего, придется на зиму. Напомним, что в нашей стране за прошедшие сутки выявлено 3929 случаев заражения COVID-19, тогда как 12 июля было зарегистрировано чуть более 3000. Накануне министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заметил, что в нашей стране ситуация остается довольно спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации.